Всем привет, это Майнкрафт, и мы продолжаем играть. И сегодня мы пойдем в ад смотреть постройки монстров. Так, ну сначала сделаем стрелы, потому что у меня куда-то они делись. Я в полном недоумении. Так, значит, делаем стрелы. И дерева у меня ни хрена нету. Так. Ну вот, недавно выпустил выпуск по Redstone. Тоже буду так выпускать параллельно с летсплеем. И вот насчет кооператива. Я вот не знаю еще делать, не делать. Мне все как-то лень, не собраться нам вместе. Вот. Так, 1,5 стака стрел. Сделаем еще побольше. Так, сюда, а кремния нету. И еще 2 стака, 1,5. Но я думаю, этого должно хватить, потому что там опасные монстры в аду сейчас. Так, сейчас что нам еще надо? Ну, вроде бы все. Давайте, что ли, съездим к слизням, посмотрим, что у меня там из полезных вещей осталось в ящике, и заодно, может, еще слизь надыбаем. А у меня, как всегда, лаги. Да. Ужас. Да, дерево надо бы порубить будет, а то у меня что-то его совсем не осталось. Ни хрена тут нету. Заметили баг с рукой? Потому что такая рука только когда на вагонетке едешь, а сейчас, когда стою, такая же. Вот сейчас выпрямилась. Так, странно, почему не спаунится слизни. Я уже где-то неделю не заходил в этот мир. И тут ни хрена нету. Только будут какие-нибудь монстры ошалелые. Так, чё ж так лагает-то? Ни хрена не видно. Все с вами ясно. Да. Так, ну все, у меня антивирус обновлялся просто. Так, сейчас пойдем в ад тогда. Пойдем в ад. Пойдем в ад. Да, вот опасных монстров, которые появились, там типа данжи такие тоже. Только там спаунятся эти. Ну, как сказать, элементали, что ли, или как они называются. Ну, в общем, такие огненные хрени летающие, которые стреляют огнем. Короче, очень опасные. Но из них выпадают золотые стержни, которые я не знаю, что с ними делать, но там вроде какие-то заклинания можно делать. Ночь добавила эту непонятную вещь. Я вот в творческом режиме видел это. Куда там верстак волшебный. Ну, в общем, непонятное что-то. Да, из рецептов я запомнил только как бутылку делать. Сейчас сделаем. Давайте заодно к спаунеру сходим. Посмотрим, что у нас там. Там, я думаю, тоже ни хрена нету. Ну, посмотрим. Ну, кстати, я вот домик слегка построил. Это песчаная база такая. Я там буду песок добывать. Где-то паук орёт.
Сволочь. Ну, надеюсь, что хоть пара перышек-то есть тут. Нормал. Два пороха. О, еще летит. Вот так вот. И еще. Ни хрена себе, он еще и стреляет, сволочь. Ну. Еще какой-то орет у меня слева. Тут, возможно, где-то данж есть. А, там... Что там такое, темнота? Да, где-то тут есть данж. А, я знаю точно то, что вот здесь заброшенная шахта. Они, видимо, орут оттуда. Но я туда не хочу соваться. Я их не признаю. Да, все, закончились. Ну, теперь идем в ад. Так, ну вот, тут ночь была, я поспал пока что. Чтобы весь этот бред не записывать, я остановил пока что запись. Ну и вот продолжаю. Так, курица. Да, конечно, как всегда. Да. Да. Ну ладно, идем. Идем, идем, идем. Entering the nether. Так, мы появились. Ну, сначала положим ценные вещи. Там мне алмазную кирку жалко на этих баранов. Я все сюда положу. Все самое ценное. Ну, вот это говно, конечно, не является ценным, но ладно. Оно мне мешать будет. А печки нету, что ли? Ну, как всегда. И камня нету. Камень есть. Отлично. Так, печку поставим сейчас. Во. А где печка? Охренеть. Игра вылетела и все. И я все просрал. Печка. Куда тебя поставить-то? Давай сюда. Чуть-чуть угля. Пожарим курятины. Все, можно идти. Вагонетку, мне жалко вагонетку. И так стрел, да? Нет. Я вот так сделаю. Мало ли меня опять убьют, как всегда. Свиньи, блядь, орут на моим домом. Сейчас я потише сделаю. Хотя куда уж тише. Так, ну а мы идем в адскую цитадель. Охренеть, сколько их тут. Да, я обещал то, что мы добудем светопыли, но мне сейчас линию ломать, она мне не нужна, в принципе, пока. Но место хорошее, то, что там лавы нету, удобно. Так, продвигаемся. Вот она. Не знаю, вы видите что-нибудь, но я все прекрасно вижу. Да, я тут уже ходил немножко. Проделал вот эту лесенку. Так. Да, вот у них классно сделано. Вот эти забор, как будто решетка на окнах. Да, и там на них можно нарваться. Но мы за этим и идем, чтобы искать приключения. Так, ну что, прыгаем сюда, нет? Да, пошло оно все. А, вот, да, кстати, мои факела еще я тут разгуливал.
Блин, факел ни хрена не освещает. Так, нормально. Ага. Четкий мост вообще. Суперски. Блин, газ где-то орёт. Скотина. Если мы сделаем так. Ах, нормал, блин. Ё-моё. Ну нахрен. Где этот урод? Пошел он. Тот цвета пыли до хрена. Какие-то замки какие-то у них крутые на самом деле. Да, решетка обалденная. А, это лава. Эти где-то там были, в той стороне. Опасные чуваки. Ну вот это, конечно, круто. Это главное. А, и кстати, то, что они недружелюбные. Они сволочи. Нету. Ну ладно, идем вниз. Так, что дальше-то? Еще светопыли, нахрена. Ё-моё. Ну ладно уж. Я чуть его не ударил, блин, я чуть не сдох, можно сказать. Че он лезет-то ко мне? Он меня спровоцировать хотел. Но я не поддался. Ну или точнее не попал по нему. А иди сюда, гад. Так, все. Сделал темноту. Пусть эти сволочи в темноте сидят. Так. Что у них тут еще появилось-то? Да, какие-то коридоры, как в башне какой-то. Ну да, я же ее цитаделью почему-то назвал. А вон этот козел. Блин, охренеть, кирпич не ломается, что ли? А, вот это место. Нет, вам ни хрена не видно, это я точно знаю. Надо придумать. А вон еще спаунер. Я не знаю, видите ли вы или нет, но вот он. Вон он. И вот еще один. Я не хочу туда идти. Ну, мне придется. Я должен вам показать это нечто. Так, надо придумать план эвакуации быстро. Куда я пойду? Все, он начался, и меня сейчас будут мочить. Нет. Вот. Он начинает гореть, и меня сейчас эти сволочи будут стрелять. Интересно, если его сломать. Нет, я не рискну это сделать. Так, какие у меня важные вещи. Охренеть, у меня много стрел. Во. Они появились, эти козлы. Интересно, эти меня не будут мочить? Нет. Вот эти гады, ё-моё, чё творят? Надо сдохнуть на нормальном месте. Интересно, если я их начну мочить. Меня эти будут свиньи мочить. А, они стреляют просто огнем, который просто... Которым просто тупо горишь. Не то, что эти сволочи, которые какими-то бомбами стреляют. Так, я так могу его убить на самом деле. Где этот кретин? Как я его уже не назвал сегодня? Меня достал своими воплями. Да. И стержень в лаву упал. Я круто сделал, да? Зря только 5 стрел потратил. А, я сейчас сделаю себе какое-нибудь такое убежище.
откуда меня эти сволочи не попадут. Зато меня попадет гаст. Нет. Далеко слишком. Ну, давайте идите сюда, сволочи. Самый настоящий свинья. Охренеть, лаги-то. Так. Опа. Ой, ё-моё. Я скажу что-то матное, простите меня. Потому что я их боюсь. Но вот это, кстати, они в меня не попадают. Потому что они косожопые, дебилы. А, нет. Вы не косожопые. Вы тупые просто. Иди сюда, скотина. Иди сюда, гад. Тут, блин, так нечестно. Так нечестно. Еще этот сволочь тут меня стреляет. Ну так на самом деле нечестно, ну согласитесь же. Они же тупые. Ах вы сволочи. Я себя замуровал и сдох. Нет, я не сдох. Да, я сдох. Ну я сейчас приду туда все равно к этим гадам. Да, это крутая картина, это вообще просто. Стены нету, но она есть, как ни странно. Это что за хрень вообще такая? Охренеть. Это типа бесплатное стекло, да? Ага. Блин, тут еще и дерева нету, ну как всегда-то. И надо сделать тут какую-нибудь ферму, что ли. А нахрена я взял камень-то вообще? А, это хорошо, если гаст, конечно, тупой и не, он не может разбить кирпич. Тогда все мои дохрена стрел останутся невредимыми. Да. Почему же я сдох? Я же перестал гореть прям на последней половинке сердечка. Это неправильно, так не должно быть. Я не туда пришел опять. Куда мне идти? Мне туда надо идти, это точно. А эти сволочи убили меня где-то в той степи. Ну я пойду к вам. Ай, блин, куда я зашел? Я вам не отдам свои стрелы. Я лучше их всажу в вас. Чё тут огонь горит? Я куда-то вообще не туда пошел уже. А что ж такое-то? Куда я иду? О! Это же адский слизень! Да! Я нашел его, хоть и не хотел найти. Все равно круто. Он большой какой. А он опасный, интересно? А, видимо, не очень. Крутяк. И долго его мочить-то? Интересно, он будет распадаться? Да, он вообще безобидный, только страшный. А, нет, он обидный. Сволочь, три сердечка мне снял. Блин, он же... как жиробас какой-то напрыгает на меня. Эти мелкие какие-то, блин, сволочи мелкие. Они тоже бьют меня. За что? Как настоящие слизни. Только из них какая-нибудь хренотень выпадет, я уверен в этом. Если вообще что-то выпадет, я вас буду с прыжка бить. Охренеть, я еще и жрать хочу. Сейчас прям тут сдохну. И на два маленьких гада он распался. Я надеюсь, они безобидные. Какой-то бред я несу вообще в этой серии. Ну ладно, один раз-то можно. Они тоже, они безобидные. И от них ни хрена не выпадает. Я нахрена тебя мочил, гад. Собака. Демон, а? Ну, я с вами будь. Ну, я с вами и так не дружил, но все равно.
Ой, этот красавец тут по песку ходит. Так, а где мы? Я сдох-то. Куда мне идти? Вот сюда мне надо идти. Хотя кто знает, куда мне вообще идти надо. Я же не допрыгну. Это вообще что-то не то. Ты чё здесь стоишь? Я ж тебя столкну, ты же сдохнешь. Ну давай, лети. О, блин, а? Чё такое? Где я? А, ну это, конечно, блин. Суперски просто смотрится-то вообще. Чё такое-то вообще у меня? А, у меня ж камень есть. Точно. Ага. Это четко, я знаю это. Чё за хрень вообще происходит-то в этом... не мире? Как тут вообще куда-то идти можно? Я вижу очертания куба. Я герой. Да. Я прошел. Теперь мне надо найти мою комнату без стены. Я думаю, надо уже продолжать будет в следующей серии, потому что я сейчас либо сдохну. Ну и все, ладно. Нет, я же должен найти свои вещи, я обязан их найти. Так, мне нужно дерево взять немножко. Не важно, что ночь там. Надо пожрать, взять что-нибудь. Кстати, да, я же хотел вам рассказать вот про эту бутылку. Нахрена она нужна? Что из нее сделать можно, непонятно. А если смешать ее вот с этим говном? Нормал. Ни хрена не происходит. Пусть это все здесь. Дерево. Да, у меня есть дерево. Ага. Да, у меня такие лаги уже были. Но, тем не менее, мне надо найти. Какая-то непрорисовка всей карты. Какая-то чушь какая-то вообще. Я так понимаю, если делать так, то можно пройти. Да, пройти нельзя. Так, я сейчас в игру перезайду. Так, ну что ж, продолжим. Я уже туда сходил, там ничего не осталось. Ну как, в общем, всегда. Ну ладно, это, конечно, обидно, но ничего страшного. Мы сейчас все равно пойдем и попробуем разломать спаунер. Так, а для этого мне надо взять побольше камня. Ну или нет, земля мне не подойдет. Да, вот тут у меня в округе железа совсем нету. Приходится делать каменные инструменты. Так, что-то у меня громко как-то. Вот, вроде получше. Так, что же... А, да. Я добыл этот золотой стержень уже. Убил одного гада. Ну, возьмем побольше камешков. И пойдем бить этих гадов, сволочей. Как их еще назвать можно? Да, тот лаг прошел, который... Полкарты не видно мне было, из-за которого. И вроде стало нормально. Так, где мы тогда спускались? Здесь. Вот нам надо... Ах, тут еще и газ летает. Собака. И факелов у меня нету, ну как всегда. Да, сломать его будет. Сломать будет сложно спаунер. Если только вот так. Да, я, кажется, попал туда. О, нет. Надо валить от...
Так, мы продолжаем. Я совсем забыл про броню. Тут где-то эта сволочь меня стреляет опять. Я не могу найти ее. Да, я знаю то, что очень темно. Но у меня нет факелов. Так, скотина, сюда иди. Иди сюда, тварь. Я буду так тебя смочить. Охренеть вообще просто. Так, мне приходится отступить, потому что эти гады меня атакуют каждый раз. В следующий раз мы сюда пойдем уже нормально с броней. И опять же со стрелами, ничего не боясь. И все-таки разрушим этот спаунер. А сейчас меня опять убьют, и я поэтому уйду отсюда нахрен. Лучше я сохранюсь пока что. Так, мне придется. Блин, ну что ж такое-то? Что про... И я снова сюда пришел и встретил еще одних слизней. Что же делать, что же делать? Я сейчас сдохну опять. Ладно, пойду посмотрю. Если сдохну, то больше не приду сюда. Мне повезло. Часть моих вещей осталась. Но ни хрена тут полезного нету. Остаток камня сгорел. Меня сейчас все равно убьют эти слизни. Неужели они не убьют меня? Хоть кто-то меня не убьет. Да, серия получилась тупо на убийство. Постоянно меня убивали и смеялись нагло надо мной. Ну ладно, я приду и над вами посмеюсь. Так, что делаем? Камень у меня есть, значит, мы можем подняться наверх. Железная логика. Поднимаемся. Опять слизень респаунился. Вот бы мои слизни так спаунились. Зелененькие. И от этого бы я не отказался. И я сейчас опять грохнусь туда. Нет. Бинго. Тут у меня уже специальный мост готов. Дальше нам надо вот на эту гору подняться. На. Ты, друг, тут не в тему. Вот мой дом. Милый дом. Портал в дом. Ну и все, я думаю, заканчиваем на этом. Ну не заканчиваем с ним.